Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon. И, в принципе, в предыдущем эпизоде мы немножечко обустроили дом, как бы небольшой интерьерчик сделали. И, в принципе, за это время я уже достроил почти что свой дом. Не хватает еще вот крыши, но внутри я уже более-менее все сделал. Я уже везде окна поставил, и сейчас я проведу небольшую экскурсию внутри дома. Вот, такой вход у нас, такой тут у нас коверчик. Я кучу шерсти себе надыбал, ну, откуда я еще могу кучу шерсти надыбать? Вот, какой у нас тут покет-центр стал, да. И те же лампы я взял с покет-центрах. Ну, и картины я, конечно, тоже обычно сделал с помощью шерсти. Ну, вот тут, вроде, в принципе, в этой комнате ничего не изменилось. Вот тут такое кресло небольшое, вот тут небольшое вот так. Тут справа я сделал себе уже, ну вот, наковальня, да, это мы уже сделали компьютер, лечилка. И тут, в принципе, я уже тоже сделал отдельную комнату. Взял трейд-машину себе с того же покет-центра, да, просто, чтобы там стоял. Тут еще ничего нету, просто отдельная комната. На втором этаже уже более-менее, вот какой тут подъемчик офигенный. Это у нас второй этаж. Тоже я тут уже немного обустроил, где будут стоять сундуки, вот так. Тут у нас, в принципе, вот такой краевид, тут у нас тоже коверчик такой. Я немножко решил порисовать вот такие как бы узорчики на потолку, на полу, чтобы просто не было все однотонно, как бы если бы вот этого не было, другого дерева и вот этого пола, ковра. В принципе, все бы вот так с этого дерева было, все бы как бы однотонно было. И в принципе, я сначала смотрел, как будет выглядеть вот этот как бы потолок, и ну, в принципе, было одно и то же, как бы вот одно вот это дерево, и все вот так было. А вот если вот так, например, я уже немножко тут разукрасил и шерстью, и другим деревом, то уже более-менее как-то какие-то узорчики уже как бы... есть небольшое разнообразие, что вот не все такое одинаковое все сочетается, видно, что вот тут одно, тут какое-то другое, тут ковер, там потолок, там опять ковер, там окна и все такое. Ну, в принципе, отлично. Ну, как по мне, действительно такой прикольный дом получился. Тут я уже сундук сделал, уже немножко сюда запихнул дисков, какие у нас уже были. Тут у нас будут вот эти все шапки для покемонов. Смотрите, сколько куча у нас их. Upgrade, Max Revive. Это еще для чего, напишите, пожалуйста, кто знает. И Revive. Ну, в принципе, тут у нас вот эти все камни эволюции. Я выбил, кстати, Sandstone из покемона-босса. Тут у нас лечилки. Так. Тут у нас, с этой стороны у нас все для покемонов будет, я так думаю. Тут все обычное. Тут у нас вот такие песок и вот это все. Тут у нас пока что еще ничего. Тут у нас шерсть. Тут у нас дерево. Кстати, можно немножко туда все поставить. И вот это. И вот это. Да, все. Тут у нас всяких, как бы, я еще пока что еще сундуки не сделал. Тут у нас, как бы, будут такие ресурсы, которые другие какие-то, да. То бишь, допустим, вот это все вот такое, да. И еще вот это. И вот это. И вот это пускай будет. Ну и вот это. Так, сейчас, дорогие друзья, давайте сделаем себе уже наконец-то фосил клинер, как бы, чтобы просто уже наконец-то почистить наш фосил, который мы нашли в первой же серии. Ну, это действительно офигенно было, в первой же серии спуститься в шахту и найти фосил и алмазы. Ну, давайте сейчас, что нам там нужно, что нам там нужно? Нам нужно 6 алюминия. Один вот этот, один вот этот, то есть два редстона. Так, действительно, фосил у нас уже есть, я сейчас его, кстати, принесу сразу. Или давайте сначала сделаем себе фосиклинер. Вот так вот. 6 штучек нужно. Так.
принципе, я даже не представляю, что там за покемон будет. А, ну если опять Кабутопс или там Анорит, это уже не очень будет, так как, в принципе, такие покемоны у нас уже были в предыдущем сезоне. Как бы фосил покемоны вот такие. Так, сколько там еще осталось? Еще один вроде, да? Да, все. Сейчас давайте уже сразу же сделаем вот так и вот так. Отлично, фосил клинер у нас уже есть. Давайте его сразу же поставим сюда. Идем мы себе заберем, точнее возьмем наш фосил, который у нас есть. И идем его почистим, можно и так сказать. Так, ну. Ну, ты долго вообще будешь чиститься? Фосил, а. Шелдон, а, офигеть, новый фосил покемон, можно и так сказать. В принципе, отлично. Да иди ты сюда. Так, поставим его в сундук. И, дорогие друзья, давайте все-таки... А в принципе, мы можем себе сделать фусил машину уже сейчас или нет? Хватит у нас ресурсов всех. Нам уже нужно... Алмазная кирка, да, чтобы сделать себе, чтобы добыть обсидиан, чтобы сделать одну часть с фусил клинера, с фусил машины. И что нам еще нужно? Давайте тогда сейчас себе сделаем уже алмазную кирку. Еще что-то нужно будет отсюда. Нам 3 ведра нужно будет. У нас же не хватит, ребятки. У нас не хватит алюминия. У нас сейчас 3 алюминия, а там минимум нужно штук 15, я так думаю. Поэтому я потом сбегаю в шахту. Без съемки, да. Добуду там немножко алюминия. И, в принципе, потом мы... сделаем себе уже, воскресим вот этого нашего фосил покемона. В ближайшее время постараюсь сбегать. О, кстати, там покемон босс. Где он у нас? Так, сейчас, секундочку, выбежим вот сюда. Так, где он у нас? Он у нас где-то тут был или уже пропал? Нет, уже его нету. В принципе, уже темнеет, поэтому... не очень хорошо. Так. О, еще один покемон босс. Вульпикс. Давай. Эмбрион. О, какой эмбрион? Че, какой нафиг эмбрион? Че ты я? Эмфорос. И давай. Cell Battery. А это вообще для чего, ребятки? Еще раз, кто знает, напишите. Так. Идем мы выспимся. Поспим. Ну. В принципе, у нас уже всяких много штук из покемонов, боссов, которые выпадают. Так, вот сейчас, кого бы нам словить, ребятки? Мне сейчас почему-то очень хочется Маткипа. Он, в принципе, и очень сильный водный покемон. Так что, в принципе, покебола у нас при нас, как и есть 3 покебола, поэтому давайте
полетим куда-то вот сюда, на болото. Я, в принципе, первый раз в предыдущем сезоне его вот тут словил. Ну, в принципе, да, давайте. Маркип. Как-то он так, да, пишется? Да. Так, в принципе, полетим мы сейчас его искать. Точнее, побежим. Если он, конечно, где-то вообще будет или заспавнится. И даже если заспавнится, не факт, что мы его словим, так как, в принципе, покеболов у нас не очень много, поэтому попытаемся хотя бы. А в принципе, есть какой-то новый покемон в море, да? Кто знает, кто-то, я вроде где-то читал, кто-то писал, что есть какой-то легендарный покемон, который спавнится в море. Ну, в принципе, можно потом будет его поискать позже чуть. Куда бы нам пойти? Вот тут еще одно болото. Ну. А. Капут. Так, куда, кстати, я только вот так в шахту сверху загляну. Так, тут у нас. Ух ты, хрена себе. Давайте мы спустимся туда. Фосил? Нету. Железо. Если, в принципе, я только спустился посмотреть, только для того, вот для чего я спустился посмотреть. Вот, алюминий. Если мы добудем более-менее нормальное количество алюминия, то уже себе можно будет сделать фосил-машину и уже воскресить нашего Шелдона. Шелдора, или как он там называется? Шелдон, вроде. Я, если честно, не помню, сколько там вообще частей нужно, как и, в принципе, как вообще делается фосил-машина. Я знаю приблизительно, но я не знаю точно. Но я знаю, что там у нас, в принципе, уже будет 15 алюминия, и это уже нормально. Я думаю, этого уже хватит, я так думаю. Что-то у нас там будет, нет? Я там лаву слышу, но... Давайте попытаемся туда выбраться, куда-то наверх. Там вроде день, да? Где-то лава тут бурлит рядом. В принципе, нормально, алюминий мы добыли уже. Я, в принципе, честно, я не знаю, какое количество нужно вообще алюминия. Поэтому давайте тепехнемся домой. Или давайте еще чуть-чуть побегаем, если кто-то тут будет. Чтобы уже, в принципе, если получится, то чтобы в следующем эпизоде уже себе сделать фосил-машину и чтобы уже воскресить нашего Шелдона или Шелдера, как он там называется, всегда забываю. О, кстати, мне шерсть, какая шерсть, кожа нужна, чтобы сделать те таблички и поставить их на сундуки, чтобы знать, что где лежит. У меня 6 штук было, ну, еще нужно. Так, и сюда. Отлично. Ну, давайте еще спустимся в шахту чуть-чуть. Чуть-чуть, ребят. Только чуть-чуть. No. Чтобы посмотреть, нету ли тут алюминия. Уголь есть, железо есть. Алюминий, если еще, в принципе, пару штучек будет, это уже отлично. Так, спуск у нас тут такой. Если тут тупика не будет. Ну, как раз. Еще пару алюминия есть. О, кстати, за алюминием там еще какой-то проход. Все, ребята, я думаю, алюминия у нас уже в принципе должно хватать, чтобы сделать себе фусил-машину. Я, наверное, просто поставлю на переплавку алюминий и уже его как бы сделаю на наковальне.
И в следующем эпизоде, наверное, мы пойдем за обсидианом. И, наверное, мы еще пойдем... Ну, в принципе, все, мы себе сделаем фусил машину. Я так думаю. Я Джиглипуфа где-то слышал. Или мне просто пок... Нет, да какие нафиг показалось. Опять. Так, тут у нас еще... О, еще чуть-чуть. Алюминия? А, нет, это железо. Чё-то я... Какая у нас эта высота? 36-я. Так. Я вот просто-напросто вот так чуть-чуть еще спущусь. Железо. Ребята, все-таки не зря мы в шахту спустились, не зря мы в шахту спустились, не зря. Мы нашли еще один фосил. Офигенно. Так, давайте мы его добудем сразу же. Офигенно, ребята, мы нашли еще один фосил. Как это может быть не офигенно? Все-таки я не знал, но был у меня какое-то такое предчувствие, что давайте пойдем в шахту. Ну давайте. Там еще фосил, поэтому... Отлично, ребята, мы нашли еще один фосил. Нужно так иногда спускаться в шахту, как бы просто посмотреть, вдруг действительно что-то там будет. Я все-таки уже вычищу вот этот фосил, наверное, уже в следующей серии, в следующем эпизоде. Сейчас мы, наверное, уже будем заканчивать вот эту серию. А в следующей серии, дорогие друзья, мы себе воскресим сразу же двух покемонов. Сразу же. Так, давайте туда перепрыгнем. Опасно, но... Офигеть, ребята, просто-напросто офигеть. Так. Давайте мы еще на вот ту сторону переберемся. Все, ребята, у нас и фосил, у нас и алюминия хватает. И мы еще нашли один фосил в шахте. Хорошо, что я спустился, все-таки, мне кажется. Так как действительно, ну просто хотел. Ну хотел я почему-то спуститься в шахту. Не знаю почему. Ну, в принципе, за алюминием, да, алюминий нам нужен был, но... Как бы мы спустились в шахту, да, в шахте еще и фосил был. А, в принципе, отлично, еще и алмазы. Так, один алмаз, ну, в принципе, тоже, пускай будет, да. Хоть лава не упал. Так. Да нет, в принципе, я думаю, там уже не будет алмаза. Так. Кто там еще у нас гравий? Офигеть, еще один фосил. Ребята, это круто, действительно круто. Так как не всегда удается фосил найти, как бы он не очень так и часто и попадается, да, это же фосил, понятное дело. О! Уже два алмаза нашли. В принципе, эта серия тоже такая в шахте, но как бы в шахте мы фосил нашли. Так, тут у нас... Тут у нас, не знаю, будет еще что-то... О, давайте немножко редстона. Мне нужен немножко редстон, так как, в принципе, у меня уже кончился. Я же лампы вот эти все делал, и там факелы нужны были. Так, я просто сюда спущусь. Мне тут как бы гравий есть, поэтому... Ладно, давайте подниматься. Ух ты. Давайте возвращаться домой. Ой, так. Или же, в принципе... Да не-не-не-не.
Мы там просто рядом лава, но как бы перед лавой нужно еще себе сделать же алмазную кирку. Так, о, отлично. Еще один орб. Это что такое? И напишите, пожалуйста, что это такое орб. И все, дорогие друзья. Давайте на этом заканчивать эту серию. Мы нашли два алмаза и мы нашли еще один фосил. Его мы почистим в следующей серии. А сейчас давайте заканчивать, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи.